Всем привет, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот икру деликатесную в крем-соусе с ароматом креветки, сокровище океана. И купила я ее в Светофоре, где-то в районе 50 рублей. Так вот она выглядит, очень похожа на икру какую-то вот. Раньше вот продавали, сейчас, в принципе, продают в обычных магазинах на вид. Ну, немножечко другая. Давайте посмотрим состав, что же у нас там такое. Здесь у нас 170 грамм. Ну, конечно же, там есть добавки. Сколько их? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, у меня, к сожалению, я такие не ем, у меня муж любит. Вот он купил ее себе, я решила сделать обзор. И давайте же ее откроем, посмотрим. Здесь, да, она вот выглядит, как будто какая-то икра здесь лежит. Но на самом деле, да, у нас... Хотя нет, написано икра. Деликатесная. Это аромат креветки. А так крем... крем-соус. А я что, суфле прочла? По-моему, соус. Ну, давайте ее откроем и попробуем. Конечно, как всегда. Так она выглядит. Сейчас понюхаем ее. Пахнет, знаете, такими чипсами химическими. Ну да, скорее всего, конечно, там очень много химии будет. Наша тарелочка. Ложечка. Здесь даже вот маленький бугорочек. И по виду кажется, как будто это прям икра. Давайте вам поближе покажу. Кстати, через камеру она кажется белая, но она такая нежно-розовая. Да, почему-то она через камеру прям белой кажется. Так, давайте ее сейчас посмотрим. Да, там похожи такие икринки. В каком-то таком соусе, как будто их прям много. Да, через камеру она прям белая. Не знаю, как будет у вас там. Видно? А нет, это прям икринки. Кажется, как будто кусок чего-то лежит, но нет, это прям икриночки такие, икринки. Плохо фокусируется, ну, не знаю, а получится у вас там, получилось увидеть или нет. Вот, и давайте ее, попробуем. Что же это у нас такое там получается на вкус? Хотя, конечно, аромат, если честно, мне не понравился абсолютно. Какой-то, знаете, прям такой гадостью пахнет. Как-то мне все-таки казалось, что будет немножечко поароматнее. Давайте пробуем. На вкус, знаете, вообще как будто нет вкуса креветки. Ну, не знаю, может, отдаленно, там совсем чуть-чуть, капельку, может быть, есть креветки. Больше какой-то чуть-чуть химия, немножко что-то соленое, и все. Или даже какой-то вкус чипсов там, наверное, ближе, да, вкус чипсов, скорее всего. Как-то определенно там какого-то вкуса, прямо именно, чтобы вкусно, ароматно, как когда вот пробуешь там шоколадки, печенье, нет, что-то нету, я не могу понять.
Больше кажется, как будто, знаете, это какой-то такой безвкусный соус, в который нужно что-то взять, макнуть, и вот тогда ты что-то там почувствуешь. Честно говоря, даже, наверное, немножко не хватает какого-нибудь лучка, чесночка, не знаю, там соли, может быть, если еще что-то там туда добавить, может быть, там получится скорее даже не икра, а просто какой-то соус. Икринки вот эти, да, они попадают под зуб, они довольно жестковатые, то ли они там лопаются под зубами, непонятно, то ли отскакивают. Какой-то, да, такой, знаете, вкус какой-то гадости. Какой-то такой. Ну, к сожалению, я уже сделала бутерброд. Давайте попробуем это все с бутербродом. Потому что так она может быть не настолько вкусная. А с бутербродиком, может быть, будет даже повкуснее. Так, вот такой вот у меня сегодня бутербродик. С одной стороны, здесь намазала маслица, а с другой стороны, не стала. Попробуем ее и так, и так. И с маслицем, и без масла. Может быть, что-то будет вкуснее. Но вот пока я ходила, подумала, что больше, конечно, вкус здесь гадких чипсов. Химических даже, гадких чипсов. Вот. Но я люблю пробовать, экспериментировать, поэтому мы с вами все-таки попробуем. А то потом мне напишите в комментариях, может быть, надо было все-таки попробовать с хлебушком. Может быть, ты не распробовал, конечно, кому-то это может и понравиться. Вот. Хотя мы покупали какую-то другую икру в светофоре, мужу не понравилось. Хотя, конечно, он у меня всеядный, и это было для меня большое удивление. Так, ладно, вот так у меня получилось. И я пробую вместе, то есть эту гадость, эту икру в суфле, что там, икра соус, да, я пробую с маслицем и хлебушком. Хлебушек, кстати, у меня домашний, свой. Он очень вкусный, обалденный. И сейчас мы попробуем, что же у нас получилось. Кстати, рецепт на хлеб у меня есть на канале в рецептах. Пробуем. Ну, так, знаете, повкуснее. И масло у меня довольно очень вкусное. И хлеб очень вкусный, то, конечно, два вкусных продукта плюс одна гадость получается довольно вкусно. И чувствуете этот вкус гадости. В принципе, так вот, если сильно голодный, то можно съесть, конечно. Особенно там после диеты, если вы зайдете, купите, то, конечно, вы ее съедите с огромной радостью. Вот, в принципе, так. Если, конечно, одну, то она невкусная, а вот с чем-то, да, можно поесть. И давайте ее попробуем. Так вот, с одним хлебом. Сейчас еще кто-нибудь мне там скажет, надо было пробовать с черным хлебом. Ну, черного хлеба, к сожалению, у нас нету. Давайте попробуем. Это у нас, смотрите, выглядит. Конечно, я больше люблю на самом деле с маслом. Я очень люблю масло, обожаю на хлебе. И так просто поесть люблю. Давайте пробуем. С хлебом, кстати, тоже довольно вкусно. Кажется, как раз, ну, получается по вкусу. То есть хлеб как будто с икрой. Такого же вот типа из обыкновенного магазина, который стоит подороже на данный момент. И, в принципе, они вкуснее гораздо. То вот с хлебом ощущается это именно так. Не чувствуется тот привкус гадости. Там или чипсов, химии. Просто вот, блин, не знаю, может быть, у меня просто хлеб такой обалденный. Но вот в этот раз у меня хлеб очень вкусный получился. Не знаю, вкусно с хлебом, да, реально вкусно. Без хлеба гадость. Но я не помню магазины. По-моему, магазины и без хлеба были очень вкусные. Потому что я вспоминаю, что я даже ложками ела. Они реально были вкусные. Не знаю, в любом случае, конечно, здесь полно химии в этой баночке. Но, допустим, холостяку. Вот так вот поесть можно, купить баночку и поесть. Честно говоря, я бы переплатила.
переплатила, купила бы в обычном магазине нормальную, там хоть какая-то часть там подобия икры в соусе, но она была бы, может быть, не настолько химическая, не настолько много там всякой дряни, но хотя бы она была по вкусу более вкуснее, потому что именно вот в этой вот чувствуется, ощущается аромат гадости. Не знаю почему, но у нее ощущается. На самом деле в продуктах я давно, по-моему, даже я ни разу не ощущала, хотя нет, ощущала, в дешевых продуктах такое есть, да, ощущение гадости. Вот. Ну, с хлебушком довольно вкусно. А, честно, не рекомендую, наверное, я покупать такую фигню. Лучше переплатить. Если у вас нету денег и, в принципе, вам она нормальная, то можно. Можно купить, может быть, если макать в нее какие-нибудь чипсы или картошку фри. Вот мне вот что вспоминается, можно макнуть как бы гадость. А с гадостью как раз будет наравне. Даже не знаю, напишите свои отзывы в комментариях. Мне будет интересно послушать вас, что вы вообще скажете по всему этому поводу. Насчет этой баночки. Но мне кажется, вы меня, скорее всего, поддержите. Потому что, ну, блин, привкус гадости – это не очень приятно на самом деле. И даже когда кусаешь хлеб с маслом, то есть понимаешь, что хлеб с маслом обалденно вкусный, даже просто один хлеб, и понимаешь мозгами, что там внутри, в этом непонятном икрином соусе, якобы с креветками, присутствует аромат гадости, ну реально гадости, то как-то вкус, кажется, что сейчас вкус поменяется. Как-то вкуснятина с гадостью, что-то будет такое, знаете, сверхъестественное. Но, в принципе, мне понравилось, вкусно. Ну ладно. Купить, допустим, как подарить ее или кому-то купить, я бы точно 100% не советовала из-за этого странного аромата. Ну, если вы привыкли такие есть постоянно и к этому привыкли, то, в принципе, для вас это, может быть, будет нормально. Пишите обязательно в комментариях ваши отзывы. Я почитаю, мне будет приятно. Также на сегодня все. Посмотрите обязательно обзоры другие также из магазина «Светофор», «Победа», «Фикс Прайс», из других магазинов. Обзоры на технику, влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, моему сыночку 2 года и 9 месяцев. Вот, обязательно смотрите, обязательно подписывайтесь, я ценю каждого подписчика. Обязательно ставьте лайки, 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 лайки. Да, пишите комментарии, и всем пока-пока, с вами был канал Артмания.